Привет! В этом ролике я хотел бы показать вам программу тренировок с резиновыми эспандерами и рассказать о принципах ее построения. Эспандеры – это довольно универсальный тренажер, который при его грамотном использовании может стать довольно мощным оружием и в борьбе с лишним весом, и в увеличении объемов мышц, и в повышении выносливости. Как же строится программа тренировок с эспандерами? В принципе, это может быть и классический сплит, когда мы на каждой тренировке тренируем разные мышечные группы, и тренировки, предположим, проходят 3 раза в неделю. Это может быть и разбивка тела на 2 части, когда мы на одной тренировке работаем, например, на ноги и плечи, а на другой тренировке на грудные мышцы, спину и руки. Или может быть даже выполнение однотипных упражнений на каждой тренировке, что позволит, например, очень хорошо поддерживать форму и высокий уровень здоровья. Как, например, может строиться программа? Давайте разберем несколько тренировочных дней и конкретных комплексов. Предположим, мы разбили тело на 3 части и занимаемся в понедельник, среду и пятницу. В понедельник мы можем работать, например, на ноги и пресс. Это могут быть приседания с эспандерами, выпады с эспандерами, отведение ноги назад и пару упражнений на пресс. Например, раскладушка и скручивание. Как вы видите, эспандеры способны решить проблему дополнительной нагрузки в приседаниях или в выпадах. В среду мы можем работать, например, на спину и плечи, выполняя различного рода тяги на спину, а также упражнения на плечи в виде махов и различных тяговых движений. А в пятницу работать на грудь и руки, выполняя различные жимы и сведения для грудных мышц в комплексе с отжиманиями, а также разгибания и сгибания с эспандерами. К счастью, упражнений с эспандерами достаточно много и можно вносить разнообразие в свои тренировки просто бесконечно. И наверняка вы знаете, что с недавнего времени я занимаюсь продажей этих самых эспандеров, и я составил для вас несколько эффективных тренировочных программ. Отснял и смонтировал все ролики с упражнениями, по которым еще и написал гайд в текстовом виде. И создал целое пособие, в котором раскрыл ключевые вопросы не только тренировочного процесса, но и питания. И эту программу тренировок каждый из вас получит бесплатно при заказе тех самых эспандеров, которые вы сможете приобрести по ссылке прямо под этим видео. Поэтому, если вы тренируетесь в домашних условиях или только планируете начать, то эспандеры могут стать как основным тренировочным инвентарем, так и отличным дополнением к тому, что у вас уже есть. Если же вы приобрели эспандеры ранее, то напишите мне на почту или в социальной сети ВКонтакте и получите этот тренировочный курс совершенно бесплатно. И если вам понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрите мои новые выпуски. С вами был Александр Добромиль, пока!